Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо, что такое плохо. У меня секретов нет, слушайте, детишки. Папа этого ответ помещаю в книжке. Если ветер крыши рвет, если град загрохал, каждый знает, это вот для прогулок плохо. Дождь покапал и прошел, солнце в целом свете, это очень хорошо. И большим, и детям. Если бьет дрянной драчун слабого мальчишку, я такого не хочу даже вставить в книжку. Этот вот кричит, не трожь тех, кто меньше ростом, этот мальчик так хорош, загляденье просто. Если мальчик любит труд, тычет в книжку пальчик, про такого пишут тут. Он хороший мальчик, от вороны карапуз убежал за охов, мальчик этот просто трус. Это очень плохо. Этот хоть и сам свершок, спорит с грязной птицей, храбрый мальчик хорошо в жизни пригодится. Этот в грязь полез и рад, что грязна рубаха, про такого говорят, он плохой, неряха. Этот чистит валенки, моет сам галоши, он хоть и маленький, но вполне хороший. Помни это, каждый сын, знай, любой ребенок вырастет из сына свин, если сын свиненок. Мальчик радостный пошел и решила кроха: буду делать хорошо и не буду плохо.